Я вас передачу прямо сидела, можно сказать. Я сразу вас не признала, но не дали. Ну, девчонки, садись, как равномерно, чего она здесь? Берёте здесь? Ну, давайте, чё, рассказывайте, чем живёте? Хватит на концерт петь другие песни. Нет, у нас наоборот. А можешь, пожалуйста, сейчас я могу записать, пожалуйста. Я в студии просто, тяжко, дура. Все, никуда не денешься. С этого все началось, и этим все и закончится. Но что-нибудь кроме народного вообще планируешь узнать? Запись. Сплин там какие-то группы, которые по 12 песен пофигачат. Основная эра пошла в Галилео веселая. Нас пишут чуть ли не уже заявы в прокуратуру. По возвращению молодых. Была история связана с людьми. Был у нас какой-то опыт очередной, причем коммерческий, там у нас есть история, когда люди заказывают типа, там, какое-то устройство протестировать, канал берет деньги, это все официально делается, потому что для ну, в общем, как бы не особенно рассказываем, что это круто, то есть без, да, рекламы, потому что конкретно видно, что аквафор. Вот был аквафор, и мы им говорим, а чего он у вас вообще чистит аквафор? Ну отлично, как мы покажем, что эта вода грязная, а это чистая? Надо эту, значит, так спачкать, а эту как-то вот потом дальше начистить. Выяснилось, что самая наглядная история – это синка. Такая фигня пузырится в аквариум, там 2-3 капли, чтобы чистить аквариум. Ну она типа обеззараживает всю эту фигню. Вот, если ты синки капнут 2-3 капли, то вода еле-еле такая, значит, синяя. Да, потом прочищаясь как аквафор, она вообще вся прозрачная. Ну, мы, естественно, же должны какой-то сюжет на это дело придумать. Я говорю, давайте у нас будет рыбки плавать на аквариуме. В этот аквариум я немножко капаю 2-3 капли. Чем бы капать 2-3 капли в аквариуме, не видно, например, что там капает. Я, естественно, полностью пузырек выдул. Рыбы там в этой симке друг друга не видят, что-то плавают. Хорошо дезинфицировались. Тут же, значит, мы все очистили, и там получилась чистая вода, а рыба как-то так, в общем, забыли. Но они живут себе спокойно до сих пор. Пишет какая-то мама нам в истерике, что ее ребенок, значит, увидел, как я в прямом эфире убил рыбок с этой синькой. И теперь жить дальше не может, и рыдал, не мог успокоиться. И вообще она на нас напишет в прокуратуру за жестокое обращение с животными. За убийство рыбок в прямом эфире. Это не те рыбки, которые вы отдавали? Да, они там скандал. Причем самое главное, эти дети жрут, значит, сосиски прекрасно. Пиенных коров, да, а вот рыбок, то есть что там, они что, они сами сдохнут через 3 дня, я не знаю. Потом какой-то мальчик тоже умный, значит, смотрит нашу передачу. Какой-то из отвода. Про клавиатуру мы делали историю, что клавиатура, бла-бла-бла. Ну и что-то я, естественно, с отверткой отковырял две кнопки, сказал, что видите, у вас две кнопки, они сами не представляют, очень весело получается. Делайте дома, там, родите, вам скажу спасибо. Я же просто отказал. Какие-то, да, какой-то чувак взял, переставил. А у родителей на радость запароленный компьютер. Они пароль вводят правильно. Потом один мальчик признался, что это он сделал. А кто сказал? Дядя. Потом у нас была история, связанная с ньютоновской жидкостью. То есть берется вода, берется крахмал, да? Она, суть в том, что шарик железный, у нее можно медленно опустить. Но уронить шарик, он падает на поверхность чуть ли не под ним. А потом медленно опускает. Так что можно руку там возюкать вот в этой жидкости, резко дернул ее вместе с
с кадушки под ним. Ну, ля-ля-ля, состав понятен. Вода и крахмал. Причем крахмал узнавал он дома, ну, кто знает. И я тоже говорю, ребят, дома сделайте, только не в таким, конечно, мелких масштабах, прям вам. И какие-то дети там дома откопали где-то два мешка крахмала на кухне, вывалили все это в ванну, добавили воды там. Пришли родители радостные, понимая, что это сын, это нельзя. Ну, то есть с ванной традиционным способом это не уберешь. Это черпать вилками, ложками, там, чем еще, там, лопатами. Зная все это, мы вот сейчас собрались опять на... Уже сняли некий пул там с Иванченко. Иванченко жена спит. Покрашивается каждый раз перед съемками. Прям, ой, это очень... Он же у нас, мы из него хотим сделать такого вообще человек, там, свет яркий, звук, контровой свет, монстр, то есть, человек-вселенная, который там ломает, значит, ножи руками, то есть, ну, такой, у которого все получается. Правда, когда мы снимали сюжет, мне надо было скатерть, по сути, классическая история, да, там, резко скатерть держишь, посуда стоит. Леша дернул так же, все разбил вообще нафиг. Нормально. Но мы потом как-то задумались. Так, короче, у нас новый был опыт. Мы, значит, думали, как же нам теперь избежать нападок родителей. Но ничего мне не придумали, как показать опыт следующего содержания. Лампочка горит. Включается, горит. Берете провод, разрываете контакт, лампочка не горит. Горит, не горит. Горит, не горит. Берете соленый огурец с двух сторон. Лампочка горит. В рассол два контакта, чпок, лампочка горит. В свежий огурец, раз, двух сторон, лампочка не горит. Соленая вода проводит электричество. Потом, я говорю, у нас все-таки шоу, не будем же мы на этом останавливаться, неинтересно. Значит, Иванченко взял розетку, два оголенных провода торчат из розетки, вот, примерно так же станет, как два пальца. То есть здесь розетка, а два провода. И сверху надевается соленый огурец. Внутри начинается короткое замыкание, страшнейшее. Этот огурец светится изнутри таким зеленым светом, вращается, дымит, воняет, короче, жарится рядом на костре. На дуге на электричестве жарится. Очень красиво, очень завораживающе. Ну, мы, конечно, сказали 5 раз, что дома этого не делать, но это не каждый увидит, потому что дома не стоит. А это реально уже опасно. Потому что через огурец можно ударить. То есть, если ты берешь соленый огурец, контакты присоединяешь, тебя бьют через огурец. Такие у нас целые. Потом Иванченко сделал катапульту. Что-то катапульта обыкновенная такая. То есть, здесь у нас ось, здесь маленькая, еще здесь побольше. Из-под Икеи миска. И там за веревку тянешь, она и там мячики какие-то кидать. Что мячики, давай арбуз кидать. Давай. Кинули арбуз. Первый раз Леша не поймал. На себя все это пролил. Я говорю, Лёх, давай, это же наше шоу. Я тебе не просто брошу, он говорит, давай ей кулаку на тебе. Я говорю, ну давай. Вот таким образом Иванченко определяет спелость арбуза. Ой, стоит, чека, арбуз. Значит, без звука. В говне в этом арбузе. Типа, не, невкусный. Давай второй. Да, он послал какого-то кота, ну давай, ну короче. Передачи уже ничего не осталось, это научное баловство сплошное, которое, естественно, на радость детям, потому что теперь они будут тоже, вот эти друг другу, да? О, видел там Иванченко арбуз убивает? Ну-ка давай, попробуй. Ой, давай! На. В голову. Нет, ну не убьет, конечно. О, мужчины лучше водят автомобиль, чем женщины. И ничего, это не практику правда. Ну вот я предлагал вариант хороший, дуракам везет, как проверить. Прямо опыт сделать. Две дорожки, скользко. А одно идет Вассерман. По сравнению с ним, любой человек считается дураком, да? И вот они вдвоем бегут по дорожке. Значит, если упал Вассерман, значит неправильно. А если, соответственно, не упал Вассерман, то наглядно. Ну, короче, это уже бредятина, чистой воды. Но... Не знаю, мне так понравилось, я еще канал скажу.
единственное, что, конечно, отсутствие, вот, что кайф выиграл, один из хороших таких моментов программы, потому что, конечно, при всем там идиотизме, который я туда вношу, и при всем духе, который там есть, и при всех, естественно, развлекательных, самых притягивающих, да, то есть развлекательных моментах в программе, женщина приходила, она что говорила, что она радуется, да, потому что программа полезна. Какой-то процент в программе, там полезный и проверенный, интересный информация. А здесь, ну, что происходит? Какие-то вы, какой-то доктор. То есть как это проверить? Вы же доктор, скажите, я доктор. Здравствуйте, доктор. Это такой кусочек программы здоровья. Будем собирать. Я да-да-да. А ладно, вот это все что. Или, например, собака может ослепнуть от сахара. Есть такой стереотип. Берем собаку, кормим сахаром, смотрим. Красный перец может довести в желудок. Красный перец – желудок человека. Ну или там, например, отелло задушил без лимона, это попроще уже. Задушил без лимона. Вот, надо плюнуть в глаз, чтобы прошел ячмень. Вот у меня ячмень, чтобы плюнуть в глаз. Вот, у гипертоников короткая шея. Хорошая тема. Берем два человека. Одного шею, значит, пониже, другого пошли. Померили шею. Можно? Померили шею. Померили данные. Алло. Так вот, когда это все пародии, когда это все эти муси-пуси, эти пусера, это все эти шняги, вот это письма, типа, пошли куда-то там подальше. Это все имеет мало отношения к музыке, это имеет много отношения к позиции, к всему прочему, к слабодневности, к чему еще. Как любая пародия, да, объект есть популярный, пародия, значит, пародия будет любая. Примерно популярная. Если объект не популярный, пародия вслед за ним протухает, либо там обитает какое-то свое уже содержание, но тоже. Не обязательно вечно. Вот там «Зеленоглазое такси» на немецком языке, оно актуально. Почему? Потому что песня всю жизнь была актуальна и является хитом еще, и будет еще хитом. Пока песня будет хитом, будет хит пародия. Неохота этим заниматься, честно. Ну, понятно, что иногда получается, иногда нет. Хочется сделать что-то такое, что потом послушаешь через там 30 лет. Вот. И скажешь, блин, а здорово, то есть никаких сиюминутностей, то есть просто музыка. При этом у меня вот есть друзья мои знакомые, которые садятся там вечерком где-нибудь с гитарой, и они вдруг начинают петь вот те переделки, как их называть, переделками, которые были в хороших шутках, да, где мы брали музыку свою брали, а брали народный текст. И то по простой причине, потому что нельзя другой авторский права, все дела. Получалось, соответственно, абсолютно новое произведение, почему? Потому что текст народный. А музыка своя. Получается новая песня. Такие же «Солдат кружки», те же там уже «Что стоишь, качайся». Новые песни. Если был написан нормальный текст, если бы я мог текст нормально писать, я бы там что-нибудь написал. А с точки зрения музыки, они клевые вещи. То есть и народ садится, и сидит, играет, прям гитара клевая. То есть музыкально эти вещи состоявшиеся. И там та же «Барыня», которая из новых песен. Да, вот мы поехали, я поехал в Киев, с ребятами собрался в гараже. Те вещи, которые иногда звучат на записи, хорошо. Ну, казалось бы, ничего проще, тем более профессионал, да? Взяли, разложили, вот, блин, не идет. Она на записи клево, качает, все. Играю вживую, она не идет. И наоборот, какая-то вещь в записи, что-то какая-то рафлятина, какая-то непонятно о чем. Начинаешь играть вживую, она прям баф, расслабляет. Прям появляется какой-то у нее драйв, интерес. И хочется прям ее играть. Хочется ее играть, вне зависимости от того, отпустят эти дур, блин, из этих пусера или не отпустят. Будет ли какая-то там группа корни вообще еще там 30 лет существовать или нет. То есть, в принципе, вне зависимости. Поэтому по поводу народных песен, это знаете, не ко мне. Все, я принял решение, мы будем писать диск, и он, получается, законченный хоть какой-нибудь идеей. Хоть какой-нибудь идеей, потому что вот эти вот мои последние диски, в смысле, мой последний, это вообще о чем? То есть взяли диск там, с интернета, понатягали всяких там треков, которые можно было очистить, и записали прямо с MP3, разложили в WAV и записали на диск. Это что вообще?
Что здесь? Какой-то хихихаха, то, блин, какой-то черный ворон неожиданно. Почему-то он еще кривляется, поет это как немецкий язык. Зачем? А потому что вся была история там с Лас Рамштайна. И вообще этот трек появился благодаря тому, что Бачило тогда озвучивал еще по ночной дозор. Подгонку надел перевод в мире. Там все треки понапихали мои. Естественно, какие-то треки, которые пихнули, говорят, надо что очищать. Рамштайнский, там была какая-то другая песня. Короче, мы договорились по правам. Мне звонит Бачило, говорит, срочно сделай что-нибудь в Рамштайне, но народное. И отсюда родилась песня «Чёрный ворон». Вот, она получилась интереснее, чем казалось. Теперь мы играем, то есть надо... Я чё жду, на концерте оно всё по-другому слушается. Мы не всегда попадаем, там, не могут и так далее. Записатель был хороший, получается цельная картинка. Народные песни, какой-то вот обработки, народными можно считать на все, включая музыку, потому что она почти народная, хотя бы полностью слова. Это классно, это интересно, это законченный какой-то, понимаешь, продукт. И если я его сделаю прям с хорошей студией, с хорошим звуком, не вот это вот. Ну вот я дома записал, практически похоже, рядышком, как всегда, прям реально же качал. Будет прям приятно. Вот. А все остальное, ну, я, конечно, в чем суть понимаю, что народ играет песни. То есть люди вряд ли думают, о, народный песни, вот. Нет, людям как раз надо пустирает, то, что, да, актуально, то, что сегодня, то, что живется. Ну, жвачка, она должна живаться, а когда это что-то вечное, как правило, оно засохшее. Но, еще раз говорю, для себя самого, мне вот эти вот уже плоские всякие придурелки надоели. Потому что пусть иная песня писалась реально как песня, которая группа Коин. Вот у меня было отношение к этому, ты что такое? Взял? Не, ну просто когда что-то все об этом говорят, когда уже ты заколебался, ну открываешь интернет, у тебя там просто только вот про это, только про это. Больше ничего не писали. Один сказал, второй сказал. Просто когда уже Пол Маккартни сказал, что поддерживает, Мадонна спит с этим. Она спит в майке, пусирает, она уже везде, где могла дотянуться на себе, написала, пусирает. Вот. Это понятно. А я просто говорю, что я заколебался, эту песню написал как некий стёк. Собственно, он и есть, да? То есть пусирает, пусть отпустит, рает, покарает. Ну, смешно, смешно. Записал. Выложил в интернет. Это понятно, у нас сразу соливар мощный по этому поводу. Вот, это как бы не удивило меня абсолютно. Кто-то там стал сразу писать, все, я отписываюсь, ну что, я типа продался. Кому? Что человек услышал в этой песне? Кто в этой песне хотел услышать, что я их поддерживаю, тот не услышал. Кто хотел услышать, что не поддерживаю, тоже это услышал. Я вот вчера фразу придумал, ну типа уже когда случилось, покарали за дело всех. То есть, можно прочитать как покарали за пробел дела всех. Можно прочитать, покарали и всех задел. И тоже, знаете, это вот два. Я написал как просто стёк. Послал там нашим ребятам. Они говорят, блин, ну это же песня, да, это же песня, да, это же надо. Да, и сразу все говорят, что тут есть музыка, оказывается. Там нет музыки. Там музыки нет. Там есть риф и какая-то возня. Мы неправильно сделали первую часть, надо было по-другому делать, мы сейчас узнаем. В любом случае, это не музыка. Это вот сейчас интереснее, там завтра запомнится. Поэтому такого рода стёб, я для него оставлю, конечно, там ЖЖ, можно будет что-нибудь появится, все равно написал. Но, понимаете, я вот понял, что если я зайду сейчас в студию хорошую, мы с хорошим звуком, с качественным, клёвым звуком запишем пародию на группу Корни. Слово «зачем» будет просто звенеть в ушах. Непонятно, зачем, зачем. Это аудиошарж, он нарисован карандашом. Это не картина никакая. Аудиошарж – это рисован карандашом. Я рисовал, больше не надо. Никогда. Не надо шарж, поливать полотно. А полотно поливать хочется для себя. Поэтому, что касается народных песен, не дождетесь. Мы еще хотим сделать. У нас была еще степь широкая. Намного за 4 голоса. Мы были бересты. Нет, на самом деле там очень много всего можно делать. Причем я люблю так, чтобы это подращивалось, чтобы это качало. Там та же барыня в середине, риф в середине. Он немножко смахивает на сель батрёв.
такой прям, о! А хотя реально это взято, а там же как. То есть та же барыня, ну чё, это сплёт, да, а уж там не берёмся только потому, что, блин, эти уже сделали паркорь, трек такой, и ухнет просто инструментал. Очень классно звучит. И ухнет надо делать. С душечкой сраной надо разобраться, потому что она вот как раз та песня, которая не играется вживую. Она играется как-то очень коряво. Чё-то там вам придумать не нет. То есть она лежит в интернете как некая... пособие. Сейчас я запишу второе пособие, которое первое, что скажу, что то, что было в прошлый раз, полная херня, не верьте. Все передумал обратно, да, все назад. Там столько меня заклевало, они говорят, а давай мы твою типа рожу повесим, как вот все висят же рожу, там типа там идеи висит, ну столько там всякие там. Да, и я еще вот так. Ну, естественно, что как бы за это что-то надо просить. Я говорю, а у меня все есть, я у вас уже все купил, блин, ну молодцы такие. Я у вас уже все купил, что хотел. Более того, я все, что хочу, могу у вас пойти и купить. Вот так, взять карточку, достать и купить. Вы ничего не предложите, от чего, блин, офигел. Не знаю, скидку 90%. Пожизненно. И еще что-то. Не подарите мне. Я нашел, что мне подарить. Я говорю, подарите мне барабаны, есть там, выпустил сейчас ровом, новые, короче, электробарабаны. Да, но они звучат офигенно, звучат просто как настоящие. Может на даче поставить и там что-то. То есть вообще бессмысленный подарок, понимаешь, он тупой. Он стоит там, они посмотрели, ой, он стоит 350 тысяч рублей. Ну нормально, что? Я же вас висеть по всем городам буду. Довольно в большом формате еще. Школота попрется, типа, о, смотри, Галилео висит, наверное, там опыты показывать будут. Раз, зайдет, пару медиаторов купит. Вот. Я говорю, давайте, как бы, не скупитесь. Мне нам это долго. А что мне можете дать? Ну, гитару, если хочешь, у нас мы тебе дадим. Да я пойду вас эту гитару купить. Я попробую просто в шоу. Зачем? Я постоянно после концертов, где вот первый раз мы выступаем, в Киеве там был клуб, там мне мало знал, да. Все так вообще пропёр. Концерт был, то есть, ну, по сравнению с вчерашним, это раз в пять. И подходят все, у тебя, наверное, дорогая гитара, да, там, кастом шоу, там, 60-го года, я смотрю, блин. Сарак. Куплена была в Мусторге, блин, за 1500 долларов. Да, она там не дешёвая, но она вполне в ценовой своей категории, не дороже, не дешевле. Смотрите. Да, да, дальше все уже понты, там начинается золотая фурнитура там. Вы же не представляете, я же попал благодаря Джанкой Бразерс просто вот в музыкальную культуру Киева. Здесь я вообще никого не знаю. Вообще, да, вообще музыка занимается, не занимается. А там просто вот попадают, понимаешь, там каждый из них играет там в семи проектах. То есть мы сегодня пошли там вечером какой-то грузец, причем если я, мы еще как-то у нас хоть какой-то концерт, какое-то волнение у народа, они хоть что-то репетируют, там вообще ничего, да? Пришли вот так вот, с разгону, так сразу заскунули, играют там направо-налево, все подряд. Причем достаточно хорошем уровне, но кавера, которые они называют каверами, они снимают один в один. То есть с точки зрения идеи музыкальной, там ничего, там просто. Вот там они сыграли так, и мы так же сыграли. Какой смысл вообще? Ну, наверное, для какой-то группы, которая там выступает на... Не знаю. Короче, я вот такого рода коверов не понимаю, когда сыграть, как бы смысл. Это есть группы пародии, там, группа, которая а-ля AC/DC, а-ля Beatles. Они прям одеваются так же, пытаются быть похожими, брови свои рисуют, как он как. Вот. Я закончил сейчас в школу, и вдруг начался Битлз, я расскажу. Раз, три, раз, два, 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 раз
Сейчас кто-то спрашивает меня, типа, как же научиться играть на гитаре? Надо. Вот если сейчас бы я захотел научиться, вот на чем бы играть, я бы никогда не научился. Уже нет энергетики такой, которая была раньше. Во время там, когда у тебя начинается там период, нужно нравился девочкам, прыгнуть через кабак, красиво не получается, чем надо выделяться. Вот. Поэтому, естественно, да, тогда, что мы немножко. Мы немножко перескочили очень быстро с ребятами. Крайне так. Сейчас говорят, мы не знаем, кстати. Сейчас говорят, девочкам нравится рок. То есть если есть группа, которая херачит рок, то они популярны. У нас было наоборот. У нас было популярно в школе там Modern Talking, там всякие девочки, там всякие лосины. Блестящие. Да, конечно, вообще. А мы как-то так вроде начали с Modern Talking, по идее, должны были как бы влиться в этот год. Должны стать кумирами одноклассников. Да. Перескочили этот барьер, пошли в такую погоду вообще, что на нас я играли. А мы так вот, ну все, а там на рынке уже начали выходить в новый. Вот, собственно, все. Конечно, гитара, а что? Барабанщик, один барабанщик. Все, смотри. Начинался с того, что мы посмотрели, как поступает группа. По барабану. Мираж. Мы как раз смотрели, И барабан. Четыре барабана пионерские. Открутили им задние эти пластики, поставили на диван. Взяли рыбную палку, ржавый такой, нашли асфальт по толстому железу. Звучал как бы сука давна. И Вот этот период довольно быстро прошел. Пошли потом этот самый, значит, уже каморка. Там уже настоящие барабаны стояли с бочкой. А барабанщик сказал, что за фигня, бил этот тут уже бочка. Он не сел раньше ножки с вас. Но все в итоге началась жизнь веселая. Я не знаю, мне писать в ЖЖ не очень. В Твиттере. В Твиттер? Я понял, Твиттер, Твиттер. В Фейсбуке я понял, что Фейсбук это Твиттер. По сути дела. Во-первых, из-за того, что там промотка бесконечная. То есть ты что-нибудь запостил, через 30 секунд у тебя все улетело. Мусор был, потому что. Ну понятно, все постят, все это такая лента. Причем от Твиттера, мне кажется, ничем не отличается, может быть, даже только плюсом. Потому что в Твиттере там 160 знаков, а здесь пиши себе полотно, фотографии не так. Фейсбук это вот, сидим с друзьями. Это вот Фейсбук. ЖЖ это типа блог. Я вчера там выдавил из себя вот что-то. Если ты потом через какое-то время заходишь, тебе это все интересно. Если в друзьях нету, ты можешь конкретному адресу зайти и посмотреть, как в принципе и в Фейсбуке, и в Фейсбуке никто не заходит в личку, все как бы проматывают обычно. Что такое ВКонтакте? ВКонтакте это та же самая фигня. Но только там вот этот есть немеренный контент бесплатно стыренного, значит, аудио, видео, материал. Твиттер тоже не нужен. Не буду заниматься этим специалистом. Знаете, как мне сейчас с утра плохо? Почему мы должны знать все твои подписчики?
короче говоря, смысла нет. Ну, ладно, спасибо вам, что вы мышцы там есть. Чуваков все, кстати, чистите дальше. Почему? Потому что на самом деле там я действительно. Потому что это на самом деле очень опасная вещь. Касается больше всего, потому что сейчас там говорит, что поклонники Галилео, которые захотят там познакомиться, да, не дарил, надо, конечно, чистить. Что нам сказать? Нам сказали в службе поддержки, что вот типа пусть что регистрируется, мы им дадим типа значок, что мы официально пришли, и остальные просто да, будут да, давать. Давайте, если вы хотите один, я могу зарегистрироваться, чтобы варианты, где это можно перепостить. И еще вот так классика, на всякий случай. Хорошо, я заметил, заради этого я тебе связываю. Они написали, что я вообще бессилки туда. Они хотят меня, конечно, не себе. А им его тоже почистили. Сейчас не помню. Давайте. Теперь у меня будет куча бесплатных фильмов и музыки. Привет ВКонтакте! Да здравствует! Авторская правда!